меня это, конечно, ну, большая честь, потому что турнир это не крутой турнир. Вот, и там выступают очень сильные ребята. Вот, и хорошо, что вот пришла и моя очередь выступить на этом турнире. Вот, могу сказать то, что все, кто туда из Молдаван ездили, приезжали с поражением, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы эта серия проигрышей прекратилась. Постараюсь показать все, что я могу, и приезжать туда снова и снова, и встречаться с сильными, достойными бойцами. Твой соперник, кто он? Какой стиль больше практикует? Ну, я как бы присматривался к бойцу, хороший боец, Хорватии. Вообще, вот в кикбоксинг в Хорватии вообще считается один из лучших в мире, потому что там действительно есть ребята, которые выступают, вот такие как Крокоп, вот, да, и многие другие ребята. То же самое Юркович, то же самое с Хорватии. Вот, и вот парень, с которым я буду биться, там Младен Куюжич, тоже, можно сказать, сильный боец. И поэтому мне придется не сладко. Вот. И посмотрим, кто из нас сильнее, потому что не могу сказать, что это слабый боец, и вообще речь недооценки идти не может, поэтому я был настроен даже на максимум, поэтому готов показать вам. Пока следующего соперника я пока не загадывать не хочу, потому что я должен сначала пройти этого бойца, потому что я не могу загадывать наперед, поэтому я настроен на этот поединок. А кто будет дальше, мне все равно. Мне главное выиграть этот бой и биться дальше и выиграть. Ну, можно сказать, что я после декабрьского турнира КВК, я вообще даже, можно сказать, не отдыхал. Вот, потому что сразу после Нового года обычно люди отдыхают, устраивают себе каникулы какие-то, там, в горы ездят, отдыхают там, в теплые страны. Но я сразу после Нового года сразу принялся за тренировочный процесс. Поэтому мне можно сказать, что у меня каникул не было, и поэтому я еще как бы остался еще в форме, поэтому я только ее поддерживал. Где-то что-то новое нарабатывал, вот, и поэтому я в форме. Хочу уже ходить на высокий уровень, поэтому драться с, как бы, ну, с новичками, с малоизвестными бойцами, как-то уже неинтересно, хочется уже с более известными бойцами. Да, конечно, после турнира я планирую сделать презентацию клипа. Вот. Где будет тоже у вас возможность пригласить вас увидеть презентацию клипа. Вот. Действительно, трек удался, потому что уже ротируется почти на всех радиостанциях Молдовы. Вот. И надеюсь, что и на телевидении тоже появится. И уже, соответственно, будет ротироваться на всех местных каналах. Вот. Ну, действительно, для меня это тоже как бы большой успех в музыке, потому что это у меня мой первый клип. И соответственно, уже буду дальше работать в таком же направлении и добиваться таких же успехов. Я настроен на поединок очень хороший, сильный, и пусть победит сильнейший. Фанатам, если у кого будет возможность смотреть прямую трансляцию, пожалуйста, подключайтесь, смотрите, болейте. И я постараюсь вас не подвести и привести Молдове очередную победу. Адверсаровый Болотов Максим. Вести он тотор физик путерник. Интернуял вафию на экзамен. Дакал третьим кубрило. Отточный акцент. Я интру лупта фарти серьезно.